Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитрозы. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Мистер Мид. Мы сегодня будем соединять две конечных сцены, а именно спасение дочки Мистера Мита, а также арестование Мистера Мита. Поиграем мы сегодня на призраке, нам не нужно ухудшать себе только дела. Вот, ну и поехали играть. Мы сегодня должны проделать просто огромнейшую работу. Чтобы у нас этот эксперимент получился. Давайте будем продолжать. Не забудьте поставить лайкусик. Подписаться на канал, если вы любите хорроры. И разные мобильные игрушки. Так. Ну что, мы начинаем. Я надеюсь, у меня этот эксперимент сегодня получится. Потому что если не получится, то это будет очень даже плохо. Мы нашли кусачки. Здравствуй, мистер Мид. Открой нам дверь, спасибо. Так. Ага, не получается. Ну, короче, не получилось, так не получилось. Давайте бросим. Пока что вот туда вот щипцы. Идемте посмотрим. Где же ключик? Ключик у нас здесь. Сегодня игра за нас играет. Это хорошо. Так, открываем. Так, щипцы, где вы, мои любимые? Так. Давайте сразу отковыряем лучше. Раз, два, с... Три, четыре. Так, идемте сейчас с помощью мистера Мита. Попробуем как раз таки этот баг осуществить. Так. Пробуем. Блин. Ну, короче, этот баг у нас пока что не работает. Просто закроем на засов. С помощью жестяной банки сейчас попробуем открыть комнату свинки. Так. Давай, мистер Мит, открывай. Открыл. Молодец. Мы движемся дальше. Нам нужен молоточек. Камеру мы сейчас поломаем. Так. Здесь мы закрыли засов, чтобы мистер Мид не мог вылезти. Чтобы он полицейского не мог тронуть. Бац. Хорошо. Двигаемся дальше. Заглянем сейчас в сарайку, думаю. Ой, сейчас будем проделывать этот труд. Так. Надеюсь, у нас все получится с первого раза. Так. Пока что баг этот делать не будем. Потому что нам его делать не нужно. Так, он открыл свинку. В принципе, нам туда и нужно. Так, нам туда и нужно. Так. Мы идемте туда. Сейчас будем все проделывать для прохождения свинкой. Так. И идемте наверх. Открывать ящичек мистера Мита. Веревку давайте сбросим вниз. Пусть она там валяется. Мы пока что здесь все обшарим. То, что нам нужно. Так, это нам не надобно. Это нам тоже не нужно. Так. Так, погодите-ка.
Мы еще не смотрели здесь. Нам нужен ключик от тайного ящика мистера Мита. Но вот где же его искать? Вот это вот интересненько, потому что я тут все уже вроде бы осмотрела, ключа никакого не наблюдаю. Погнали. Так, ставим. Окей. Так, слабительное. Давайте пока что слабительное не будем брать. Возьмем дощечку. Так. Ага, да, шкив, точняк. То я уже спешу. Не знаю, что мне делать. Крюк. Берем сейчас слабительное. Да, свинка. И мы открываем. Так. Идемте сейчас накормим другую свинку. Кормим. Все. Нам бы еще ключик где-то найти. Возможно, он где-то из этих сараек запрятан. Где именно? Это вот, конечно, проблематично, что мы не можем его найти. Так, этот ключик нам очень нужен. Очень сильно нужен нам этот ключ. Так, ну ничего. Будем надеяться, что все у нас получится. И мы ключик рано или поздно найдем. Так, может он здесь? Тихо, там уже мистер Мид пугает девчонку. Так. Погнали. Так. Сейчас мы там откроем это все дело. Бац. Открываем. Щипцы аж улетели. Так, мы берем транквилизатор, чтобы пульнуть в паяльную лампу. Надеюсь, у нас все получится. Привет, мистер Мид. Как поживаешь, старичок? Так. Мы движемся дальше. Так. Паяльная лампа. С первого раза, хорошо. Дротик заряжаем даже. Мы движемся дальше. Свинка, ты где? Так, здесь она багует. Может, тут где-то есть ключик? Ключа я не наблюдаю. Окей. Пока что ключа почему-то нет. От тайного ящика мистера Мита нам его еще придется найти. Вот тут мистер Мит расхаживает по своим владениям. И мы почти что уже все сделали для прохождения. Нам только остается единственное это ключ найти. Все. У нас там все открылось, и нам нужно найти только ключик, который может находиться где угодно. Пропускаем мистера Мита, нашего любименького. Идемте искать ключ от тайного ящика мистера Мита. А, ну и идемте заодно еще навоз возьмемте. Потому что обратно за навозом будет как-то странно возвращаться. Смотрите, сколько она тут постаралась нам. Столько навоза нам дает. Спасибо, свинка. Так. И также еще надо было бы набрать зелье. Это тоже было хорошо бы. Давайте сейчас как раз-таки это и сделаем. Так, зелье, зелье, зелье. Так, за ведром идемте в гараж. Свинка там тоже сейчас тусуется. Мы сейчас все это проделаем и будем уже начинать наш эксперимент.
уже переходить в действие этого эксперимента. Так. Тут ничего, опять же. Мы идемте за красным зельем. Крутим. Свинья там на заднем фоне идет. Так, мы берем. Идемте, значит, бросать зелье. Так. Ну, в принципе, все. Только вот Коля у нас куда-то не туда улетела. Давайте ее как раз-таки вот сюда вот и запрыгнем. Так, окей. Дальше нам нужно найти самую важную вещь в нашем эксперименте, а именно ключ от тайной комнаты мистера Мита, а точнее от тайного ящика. Так, я надеюсь, мы его сегодня хоть найдем, потому что если мы не найдем, это будет обломчик еще тот. Код есть. Проглядел. А вот и ключ от секретного ящика. Да, вот, как говорится, наспешишь людей, насмешишь. Вот как раз-таки это сейчас и произошло. Берем фотоаппарат. Сейчас сфоткаем улики мистера Мита. Хоп, на заборчик даже можно так. Сфоткаем это все и дадим полицейскому. Так. Прямо на глазах у мистера Мита. Будем фоткать. Можно даже так сказать. Сфоткали. Так, есть. У нас теперь есть доказательства мистера Мита. То, что мистер Мит у себя делает какие-то эксперименты над людьми. Фух. Так, ну чё, ещё бы не помешало. Так. Берем дробовик. Заряжаем его. И идемте вырубать нашего любимого мистера Мита. Надо бы его где-то подальше вырубить. Ну, давайте где-то дома. Что ли, давайте на лестнице. Это будет самый лучший вариант. Мистер Мит, прошу, проходите, дорогой. Есть. Так. Надо было дробовик перезарядить, но мы это уже сделаем по пути. Так, свинка. Яблочки. Твое любимое лакомство. Идем, идем, идем. Идем, идем, идем. Давай, давай. За мной. I want one. Hey, I'm close here. Давай, давай. Главное, дальше, чем она вот выходит, не выходить дальше. Ну, вы поняли, чтобы она не убежала случайно. Так, девчонка. Быстрее, быстрее, быстрее. Получилось. Так. Мистер Мит. Перегреваем его туда. Чем подальше. Теперь нам нужно, главное, наполнить наши чаши. И теперь нам нужно позвонить полицейскому. Давайте мистера Мита куда-то домой лучше заманим. Давай, мистер Мит. Иди домой, отдыхай, гуляй там себе дома. Мы тем временем идемте позвоним полицейскому. Ай, блин, нам же нужно как раз-таки самим домой. Мистер Мит,
Давай ты не будешь жадничать это все делать. Так. Можно поприседать. Шумим. Пожалуйста, мистер Мид, проходите. Так. Приезжает полицейский сейчас. Так, привет. Давай. Что? Так это ж есть доказательства. Так, он ушел. Окей. Дробовик. Нам нужен дробовик, а где он? Он здесь. Давайте нашумим где-то там. Дробовичок. Погнали. Фух. Теперь необходимо помочь полиции арестовать мистера Мита. Так. Идемте его срочно вырубать. Срочно. Так, возле сарайки главное. Фуф. Мистер Мит. Полицейский. Полицейский, ты где? Я надеюсь, он идет. Почему это мистер Мит открыл рот? Неужели полицейского завалили? Свинья. Твою ж налево. Я забыл вырубить свинью. Блин, идемте сейчас вырубать свинью. Смешно, смешно, конечно, получилось. Ну что поделаешь. Ничего, опять сейчас позвоним. До свидания. До свидания, свинка Пеппа. Так, ё-моё. Где фотографии? И где я выкинул фотографии, слушайте? Ага, дома, точняк. В доме как раз-таки и вырубил. Так. Точнее, выкинул их. Ой, столько мороки с этим экспериментом. Ну ничего, мы его попробуем осуществить. Так. А, тихо. Эй. Ну и где полицейский? Чё-то я вообще не понял. О, новый пришел. Так, ушел. И мы берем транквилизатор. Фу. Ты там нормально дойдешь, слушай.
Так, есть. Теперь необходимо помочь полиции арестовать мистера Мита. Фух. Идемте, поможем. На 60 секунд. Так, полицейский хоть идет. Идет, 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 тихо. Скорее к ученому. Ну? И чё? Да! Есть! Да, то, что нужно немножко этого, немножко того. Что? Это жесть! Она пьет. Мистера Мита арестовали. Фух, это у меня получилось. Что, что такое? Я опять превращаюсь. Поздравляю, ты арестовал мистера Мита. И пошли титры. Что? Девочка прям с титрами. Это просто жесть. И вот и новый мистер Мит уже орёт. Вау, просто вау, ребят, это конец-то, двойная концовка, мы сегодня осуществили этот мега крутейший эксперимент. Возможно, вы этот уже эксперимент где-то видели на ютюбе, я тоже его решил попробовать, на этом все. С вами был Дед Мутроз, мы сегодня играли в игру под названием Мистер Мит, всем удачи, всем пока-пока.